Так, ребятушки, у нас, короче, суровая зима нынче. Вот так вот зимует обидомик, все позамело. Подзасыпал я его немного, но не знаю, надо было это делать, нет, но засыпал. Там, короче, стенка стоит внутри, температуру не знаю, датчиков никаких нет. Во-первых, не хотелось ставить, во-первых, по времени не успел. Вот. Вот тут вот так с этой стороны. Очень гложет любопытство, что там творится. Морозы отпускались у нас уже до минус 47. Сегодня у нас 25 января. Ой, извините, пожалуйста, декабря. Последний раз я заглядывал в него, по-моему, числа 10-го, что ли. Ну, там надо по роликам смотреть. Было все в порядке. Сейчас, то есть, что творится, не знаю. Очень интересно, но заходить пока не буду. Температура на улице отпустится хотя бы до минус 20, может даже ниже, вернее выше, там 15 градусов или что-то, ну в смысле конкретно с минусом, то постараемся заглянуть. Пока нет такой возможности. Так, ребят, домик, в общем, привалило снегом. Сегодня у нас 3 января. Последний раз мы в нем были 10, по-моему, что ли. 10 или 7 декабря. Это в этом месяце, наверное, чуть ли не самый теплый день. На улице около 15 градусов. 15-17, в общем, вот так. Все вот так позамело. Ну, будем пробовать проникать. Ну что, ребят, зашли мы в апидомик. Тут температура, кстати, между прочим, плюс 7 на улице, минус 15, да? Прям радует. Тут, смотрите, куча пропавших трупиков мышиных. Ну, мышами, кстати, не пахнет, как в прошлый раз. В прошлый раз вообще ужасно воняло. Бардак, короче. Сейчас я отсюда половину повыброшу всего. Ну и давайте будем пробовать вскрывать, наверное. Видите, углы погрызанные. Это, то есть, явное присутствие мышей. Но тут отрава лежит. Сушь стоит. Сушь не троганая. Подмор валяется. Ну и смотрим клуб. Клуб пчел рыхлый почему-то. Пчелы активные. Корма есть. Вот смотрим, корма, да? Корма в наличии, в достатке. Закрываем. Все. За эту семью я до весны полностью спокоен. Эту рамку я сейчас заберу. Переплавку. Смотрим следующую семью. Тут вот тоже клуб вижу, вон, смотрите. Клуб к клубу сидят, то есть вот тут уже выгрыжено тоже было. Ой, блин, неаккуратно. Тут вот клуб наружу вообще почему-то. Тут медовые рамочки. Вытащил, короче, в наглую. Сушь. Мед, грызенный мышами. Опять мед. Медовая, медовая. Короче, тут медовый запас небольшой. 5 рамочек. Клуб. Ага, мышь подняла вот сюда корм. Тут его точила. Тут тоже, смотрите, запас корма в наличии. Вот все здесь. Полностью корм, корм, корм. Клуб сидит вон в ту сторону. Вот тут, смотрите, немножко иней образовался. Клуб пчел тоже достаточно рыхлый. Все, закроем красотулечек. Они, то есть, сидят семья к семье. Ну что, в принципе, не особо, как бы, я считаю, что хорошо. Но не будем мешать, в общем. Закроем. Так, тут вот здесь была сушь. Преимущественно
Сейчас уберу здесь и будем дальше смотреть. Так, ребят, продолжаем съемку. Вот тут выбросил сушу перетопку. А здесь хранилось мышей. Короче, здесь уйму просто. Надо сейчас нести будет, отраву добавлять. И температура мне здесь не нравится. Открываем еще один. Еще одну семью. Смотрите. Тут тоже слышен гул. Что-то тут нездоровый гул. Не нравится он мне. Здесь, смотрите, стенки винии. Здесь семья, то есть отдельно зимует от всех. Здесь вот мыши расколупали. Бежит. А, ну не мыши, тут просто течет почему-то. Или чё ли. Непонятно, в общем. Здесь вот, смотрите, иней от стеночки виден. Прям какой хороший иней. Достаточно. Ну и клуб тут. Клуб тоже почему-то распавшийся. В основном. А ну вот смотрите, вот здесь корма тоже в наличии. Но тоже тут уже близко как бы к задней стенке пчелки подбираются. По-хорошему бы им надо бы, наверное, рамочку плашмя положить. Но сейчас пока их закрывать не будем. Пойдем остальные семьи посмотрим, прикроем пока так. Аккуратно. Загудели, прям хорошо так загудели пчелы. Пойдем вот сюда. Ребят, да, в опидомике бардак. Ну, бардак, потому что домик не доделан еще. И пока вопросов о его доделке больше, чем ответов. О, вот смотрите, а здесь вообще почему-то пчелы выбрались на заставную. Ну как, на эту, на диафрагму, ой, на, короче, на подложку. Это не считаю, что есть хорошо. Тут тоже сидят семья к семье. С кормами все в порядке. С кормами все отлично. Тут медовая. Это запас корма. Тоже мыши там ковырялись, а вон сожрали траву. И вот клуб тоже, клуб рыхлый. Блин, вообще мне это не нравится. Надо, короче, отключать отопление по ходу дела совсем. Так, вот даже не знаю, что делать. Почему они с этой стороны? Вон, смотрите, даже пчелы летают. Закрываем это добро. Вот эта семья сейчас будет самая крепкая, которую будем открывать. Она была прям самая мощнейшая из мощнейших. Давайте переставим вот эту штучку. Берем ее сюда. Здесь клуб должен быть здесь, в эту же сторону, смотрите. Вот сюда клуб, семья к семье, в общем, сидят. Клубы распавшиеся. Вот, смотрите, здесь вот пчела. Вот этим однозначно надо корма будет добавлять, потому что тут все рыхлое. Клуб полностью рыхлый. Блин, и семья здесь огромная просто. Тут, то есть, с этими без вариантов. Этим надо 100% добавлять корма. И я бы даже по-хорошему убрал вот эту верхнюю штучку, чтобы они остыли. Ну и крайнюю семью сейчас посмотрим. Так, смотрим, открываем. Тут тоже семья получается отдельно. Ну смотрите, сидят поверх заставной, поверх холстика, так скажем. Вот этим я добавлял корму уже. Не нравилось у меня что-то мне, значит, по их кормовому запасу. Тут тоже иней вот. Медовый запас небольшой. Ну и пчелки вот сидят. В общем-то. Но этим, наверное, надо будет тоже добавить корму. Прямо так сверху и положу.
В общем, ребят, вот такая ситуация в апидомике пока что. Будем потихонечку все лишнее отсюда убирать, ну и закрывать само собой. Здесь тепло. Короче, на улице уже давило у нас, говорю, где-то 45-47. И ситуация в апидомике вполне адекватная. Хорошая, я бы сказал даже. Закрываем все. Поднялся такой статический гул. Прям гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу нарастающий. Надо закрывать и уходить. В общем, ребят, зимовка идет штатно. Всех приветствую. На следующий год постараюсь, короче, сюда вот установить датчики отопления. Потому что температура завышена 7 градусов. У меня пчелы зимуют при температуре около нуля. То есть там плюс 1, плюс 2. Максимум плюс 3, короче. Вот. Здесь плюс 7. Клубы распавшиеся. В апидомике тепло. Мышей тьма. Что делать с мышами, если кто знает, подсказывайте. Рассыпал везде отравы. Ну, в ульях не видать, то есть отравы у пчел. Мышей у пчел. Но мед видно, что грыженый. Вот. Ну, как у нас говорят в Сибири. Если пчелы дожили до Нового года, осталась самая малость, да? Дай бог перезимуют. На следующий год постараюсь сюда заселить еще две семьи незаселенные. И на зиму еще буду затаскивать сюда же 8 там или 10 семей. Как-то так. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в эфире. Пока-пока.